Всем привет. Я на конюшне. Я у мамы инженер. Кошка просто закрывается, вот это, и приходится делать вот так. В общем, да, я у мамы инженер. Такие дела. Я тебя не переодеваюсь. Ясно, молодец. Нам опять чипу привезли. Опять чипу привезли. Вот, значит, у нас опять здесь шипы. Мара, что мы делаем? Мы чистим коней. Зачем? Для лагеря. Посмотрите, сколько она имела. Раньше она меня загрызла под ними. Два кроссовца. Коротко о том, что мы сейчас делаем. Одна из смен лагеря, потом будет еще одна смена лагеря, потом еще какая-то смена лагеря. Один из тренеров занимает с конем. У нас опять привезли щепу, и это дождик. Кайф. Всем привет еще раз. Я сейчас в конюшне, сейчас 10 утра, 10 с чем-то, почти 10.30, к 10.30 буду пилать трех коней на, опять же, лагерь, на другую смену. Сейчас у меня синяки под глазами, потому что я встала достаточно рано, я очень мало спала. Вот, в конюшню я пришла к 9, где-то в 8.40, наверное, я уже была здесь. Вот, такие вот дела. У нас, короче, сегодня будет такой весь день вообще какой-то нереальный. У нас сейчас идет дождь, я вообще пришла сюда за курткой, чтобы достать куртку из самых низов, потому что куртка... зимняя. Не, водонепроницаемая такая. Кайфово. Вот такие вот дела. Так вот, живем. Не знаю, постараемся сегодня здесь перестановочку небольшую сделать, потому что, ребят, не надо. У нас конь пытается себя открыть. Его переставили в новый единик. Короче, он пытается себя открыть. Он что, открыл? Да! Шесть! Он откроет, но он уходит. Вот стой, если бы даже ему вот так оставить. Да не-не-не, ну давай. Если даже вот так оставить, он откроет. Конь, тебе так хочется? Ты конь, ты конь, конь, да, сожри меня, сожри замок, сожри дверь. Просто коню заняться нечем. Конь себя развлекает. Он зубами пытался только что это сделать. Не, прикинь, он, короче, берет просто, открывает, стоит просто с открытой дверью. Он даже ничего не заходит. Конь дебил. Ну? Это магия. Ад. Экскурсия приехала. Кайфово. Егорка. А ты куда? Ханюлина. Ок. Ханюлина. Мы заселались. Спортсмены, все просто до конца. Роллтон покупай. Просто мы вот называется, притащили стол и вот эту фигню из другой раздевалки. Мы молодцы. Как так? Давай. Кекушки. Ой, у меня прям такое лицо. Ну что, ну как двигаешь? Иди на стол, блин. Какой? Катя, взяла.
И за Кавказ. Мне бабушка положила пряников и парашют, да. Макарошки. Ну вот единственный человек, который ест нормальные макарошки. Я хочу макароны, вот голодный ребенок. Колбаска. 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 Давай открываем. Как в рекламе. У нас реклама. Тихо, колбаска тоже. Сейчас попробуем. Гуляем, гуляем сегодня. Вообще. Бери свой пакетик. Это мой пакетик. Фу, Алин, я не так, ну-ка, тихо, аккуратненько. Короче, хочет вылить. Давай, стартуй, Мороз, как-нибудь. Ну, вот так мне вот у тебя макарошки некоторые полетят. Макарошки. Так сожри вначале все, а потом нет. Уже... Нет. Тихо. Нет, 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 нет. Господи, что за насилие над макаронами? Сейчас БПшка такая... Очень странно выглядит. Там просто водичка, а тут вот БПшечка. Ну вот мы развлекаемся как можем просто. Да, я тут опять инженер. Ау. Пока стелишь, подай, пожалуйста, телефон. Я, короче, вылила половину окна, блин. Все эти макарошки. Макарошки. Ты что говоришь? Макарошки. 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 Кстати, может, перейдет один человек. Мы тоже макарошки. Я плевалась. Это вот что-то. Саш, скажи, что с тобой произошло. А ты вообще уверена? Я ела ППшку, взяла ее, приблизь, короче, блин, в дура. И это, короче, пролилась. Блин, косы. Ваш комментарий. Ну что, пить надо меньше. А это баран на хене. Блин. Да, еще не фокусирует. Он не фокусирует. У тебя ничего не фокусирует. У тебя тоже ничего не фокусирует. Ха. Смотри, я вот все... так вот у нас проходит пасмурный день. Это вот я в яме еще наваляюсь. Угу. Все, уйди, я снимаю. Так. Алин, да она все равно это не выложит. Прикоси ей память засрять. Последний. Последний экземпляр. Да. Соседнее село, Московская область. Что, сейчас будешь тренить на ней? Так я сегодня... Ну нет, я сегодня отдам так это. Подруги своей. Подруги своей. Это я сегодня тебя потренирую. Вот. Короче, это новая кобыла нашего ветеринара. И Валя классный. И новая кобыла. Кобыла. Пожалуйста. Куртку снимите. Алина, Алина, у меня вип-прислуги. А, вип-прислуги. Пожалуйста, куртку. У нас тут льет дождь. Почему у нас тут херачится дождем? Дождем. Да. Это зимний колок не идет. О, солнышко, давай, появляйся. Кайфово. Когда у тебя нет чехольчика. Это чувство, когда ты хозяйка собаки, и собака бегает за тобой, когда ты на коне. Фотограф бог. Называется на картах просто. Чё бы нет, камон. Просто вот-вот-вот теперь это делается вот так. Ну не надо, открой меня, пожалуйста. Потому что конь дебил открывается. Господи, как это он дальше? Он такой дурак сейчас. А, это открыто. Меня по всему деньку, а сейчас... Нормально. Ры, работа фотографа. Раздеваешься. Сидишь где-то вообще в какой-то заднице. Ложится. Телефон, да? Нет, где? По-моему, есть. Я нашла. Зато на солнышко кайфово. Идем дальше за жизнью голубя. Вон он живет там. Вот Злата, фотограф от бога. Можно на нее наступить и пометить. О, ой. Там, короче, длится вака. Там, короче, длится вака, которая... Дается открыть дверь. Она это так делает. Очень странно. Ой, смотри, она высунулась. Я не чувствую. Идет Вольтрам. Так.
Короче, наш косяк долазит на жеребца. Ничего интересного.